Второе выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума после планового ремонта плавучих шлангов введено в работу. Эта система необходима для транспортировки нефти с рек к танкеру. Плановая замена началась 25 марта. В ходе ремонта были демонтированы все запланированные для замены 11 шлангов и выполнен монтаж новых. В настоящее время КТК эксплуатирует 3 ВПУ. Одновременно в работе участвуют первые 3 выносное причальное устройство. ВПУ-2 ждет танкер для отгрузки нефти, который прибудет не раньше 6 мая.